пойми, все мои действия могут отразиться на вас с мамой. Я боюсь вам навредить. Прошлые игры все изменили. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Надежду. Я знаю, ты спасла нас тогда. Но я не могу больше изображать на камеру, что мы пара, и избегать друг друга в реальности. За кого они ее принимают? От нее надо избавиться. Я согласен, но в нужное время и нужным образом. Надо бежать, Гейл, иначе они нас убьют. Они убьют нас. Люди готовы сражаться. Я остаюсь. Вы хорошо показали себя на играх, мисс Эвердин. Но это были лишь игры. Хотите развязать настоящую войну? Представьте, тысячи людей погибнут. Ваших любимых не станет. Что я должна сделать? Это 75-е голодные игры. В честь юбилея участников выберут из победителей прошлых лет. Китнес! Дайте мне попрощаться. Китнес! Что надо делать? Думаю, в этих играх все будет по-другому. 75-е голодные игры! Ты готова? Вот и она, огненная девушка, Китти Севердин! Забудьте все, что вам кажется, вы знаете об играх. Прошлый год это был детский сад. На этот раз вам предстоит сразиться с опытными бойцами. Последнее напутствие. Постарайся выжить. Твой настоящий враг.